Всем привет! Я очень рада видеть вас на моем каналчике. И сегодня уже второй день, как я нахожусь на отдыхе. Сейчас я вам сделаю мини-рум-турчик, потому что сейчас 7 часов еще до сих пор все спят. Меня всегда так раздражает, потому что все так долго спят. А я как раннее солнышко такое. Здрасте! И спасибо за ваши комментарии, что называете меня солнышко. Мне очень приятно. Поэтому пишите побольше таких комментариев и погнали смотреть рум-тур. Вот, мы живем вот здесь, вот тут, вот туда, в гостевом домике Сиеста. Первое, что я вам хотела показать, это вот тут, кстати, вчера, на этом столике. Мы соединили два этих столика, мы жарили шашлычки в этом, нет, вот это мангаль, мы жарили шашлыки. Вот, от нас еще мусор, но мы их уберем, конечно же. Поставили столики на место, кстати, тут был еще огромный паук. Если давайте я его найду, то покажу вам. Вот, он сплел опять ногу, кстати, паутину, но тут на камере не видно. Как этот, можно сказать, гостевой дом двухэтажный, туда есть лесенка. Есть такой мангаль, кстати, на котором я снимала начало ролика. Есть детская площадка. Тут как бы я каталась, тут все для детей, поэтому все окей. Тут у нас кухня, тут можно позавтракать, а там еще одна кухонька. Туалетик, вот душевая. Классный, чудесный вид на вот эти прекрасные листочки. Прелесть. А вон, кстати, я. И я еще в пижамке, потому что родители спят. Жизнь жестока. Ребятки, мы уже проснулись, все проснулись, ура! Хоть уже 9 часов, но ладно. Кстати, зацените мое новое платье, мы его купили, когда покупали мне пижамку для отдыха. И сейчас идем искать завтрак. Мы не знаем, что мы будем есть. То ли мы хотим блинчики, то фруктики, то, может быть, гранолу. Поэтому сейчас просто идем на рынок и будем что-то смотреть. Ребята, как бы мы вот скупились, мне кажется, не самый тяжелый пакет. Но тут персики, абрикоски, пахлава. Никогда не ела пахлаву. Да, медовый. Кто ел пахлаву, пожалуйста, напишите в комментариях. Мой брат тоже взял пахлаву. А еще мой папа несет ряженку и вишню. Ребят, мы перекусили, ну вот мы поели завтрак. Не думайте, что я ем одну пахлаву. К сожалению, у меня не такая сладкая жизнь, как вы могли подумать. Я ела овсянку, а потом уже пахлаву. Сейчас, ну-ка, замедли, мы идем на море в 9 часов. И, кстати, я сейчас буду заниматься каким-то боевым искусством, потому что мой друг занимается по онлайн. Я тоже занималась боевым по онлайн. За ним повторяйте. Ребят, просто посмотрите, какие тут сегодня большие волны. Мы накупались, и мы счастливы. Я опять в это парео. Я его просто обожаю, хоть оно и не наше с мамой, хоть нам его дали. Но я куплю себе такое же, потому что оно обалденное. И сейчас мы, скорее всего, ну и по-моему, голову помоем всему себя. Пару часиков подыхаем, и потом будем обедать. Сейчас будем кушать вот такие прекрасные абрикоски. Сейчас всего лишь час дня. А я уже думала, что сейчас уже 5 часов, потому что мы столько дел приделали, это просто пипец. Мы играли в мяч и забирались в другие дома, на другие площадки.
и забросили мяч под машину, и обливались краном, что мы только не делали. Всем привет, сейчас у нас 2 часа. Как думаете, почему я в таком состоянии? Потому что, во-первых, я устала от усталости, что мне нечего делать. Что папа работает, а мне что стоит делать? Я ничего сегодня не брала. Я спрашивала, может взять книгу, может взять то. Папа такая, да зачем? Ну действительно, зачем оно мне надо? Плюс я обозралась. Весила я 40. Сейчас вешу, не знаю сколько, но моя талия точно 62. Понимаете? Потом в следующую всю неделю я буду худеть. Вообще очень расстроена. Сейчас будем есть пельмени. Я вчера ела пельмени. Ладно, только вот мне грустить. А буду жрать с пельменем. Ему живот вырастет. Что-нибудь огромное. Потом мне придется худеть. И неделю из дома не выходить. Ребят, уже прошло много времени, примерно сейчас 6 часов. Мы пили пару раз мохито. Это идет создатель масок от коронавируса. Давайте покажем. От этого будет болеть нос, как нам сказали, и дышать будет вскоре тяжело. А пока мы направляемся на край косы, скорее всего, будем купаться больше, чем 5 раз. И вечером будем, скорее всего, опять жарить шашлыки. Кстати, мы взяли колоночки, мы взяли музончик, будем петь песенки на микрофончик. Ребят, вот там чуть осталось до конца, но там идет пустынная местность, и, к сожалению, нас туда не пропустят, и поэтому вон сейчас уже закатик, и будем купаться, к сожалению, всего лишь второй раз, и думаю, будем купаться больше. Что? Вот вам фокус. Ну и сюда. Шли, жучка дохлого нашли. Это, ребят, не, как он там называется. Ребятки, мы уже пришли домой. Смотрите-ка, я красная. Я обгорела, и плечи, кстати. Плечи тоже, ребят. Да, вот я вот в таком луке. У меня тут есть шорты, поэтому все окейшки. Сейчас мы будем кушать. Что мы все кушать? Я забыла. Будем кушать шашлыки. Опять шашлыки. На вкусные шашлыки. Блин, мне же, когда я сморщиваюсь, болит нос, потому что он обгорел. Мне мама так сказала, что он обгорел. Поэтому пойдемте покажу, как жарятся шашлычки. Покажу, как мы будем кушать. Кстати, в эти шашлыки мы добавили еще одни приправы, которые мы не добавляли в прошлую шашлычку. Вот так. А покупать, кстати, на море мы всего лишь 2 раза. Потому что нас дальше бы не пропустили и все такое. Поэтому, ну, вот так получилось. Зацените, кстати. Типа платьчика, потому что оно мне, ну, так...